Уважаемые земляки, избиратели, позвольте ознакомить вас с основными аспектами моей предвыборной программы. У меня, как у представителя реального сектора экономики, развитие данного сектора находится в программе на приоритетном месте, а именно – развитие материально-технической базы предприятий строительства, промышленности, сельского хозяйства, укрепление экспортного потенциала, производство качественной, востребованной продукции, создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Особое внимание следует уделить совершенствованию налоговой системы, ведь количество налогов не всегда соответствует их качеству, и, как правило, чем меньшее число налогов, чем понятнее и яснее они трактованы, тем большее поступление в бюджет. И все же основным направлением является, конечно же, поддержка в социальной сфере. Это и действенная поддержка молодых, малообеспеченных, многодетных семей. Это поддержка инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Хочу обратить внимание на укрепление материально-технической базы таких отраслей, как здравоохранение, образование, культура и спорт. Важно не оставлять в стороне и развитие сельского хозяйства. Необходимо продолжить государственную поддержку данного сектора. И, конечно же, важнейшим аспектом является обеспечение достойного уровня заработной платы и пенсионного обеспечения. Основными проблемами региона является состояние дорог, отсутствие парка и зон отдыха, дальнейшая газификация поселков. Моя задача – оказать всевозможное содействие в решении данных проблем и делать жизнь нашего региона лучше.